Приветствую, вы на канале Медвежий Барабан. Сегодня у меня на обзоре очень интересная EDC-аптечка производства La Revolution под названием Medico, которую мне, собственно, рекомендовал один из моих подписчиков и советовал обратить внимание на нее. Что же интересного о данной аптечке заявляет сам производитель? Эта аптечка достаточно простая и одновременно с этим очень компактна. Помещается хоть в сумку, хоть в рюкзак и не занимает много места. Внутренняя организация проста. Сторону с ячейками из эластичной ленты можно заполнить одноразовыми тюбиками, например, с тем же хлоргексидином, перекисью водорода, а также маркерами с йодом и зеленкой. Другую сторону с переплетенным крест-накрест шнуром и сетчатым органайзером можно использовать в качестве места для хранения таблеток или пластырей. Закрывается молнией и надежно зафиксирован шнуром, что предотвратит их постоянное выпадание из аптечки. Также про еще одно изделие данного бренда расскажу ближе к концу видео. Дальше больше, поехали! По итогу у нас в руках оказывается вот такая симпатичная аптечка с прикольной деревянной биркой. К слову, мелочь, а приятно. На которой, собственно, выжжен логотип и название компании-производителя. Далее первый и важный момент, с которого стоит начать, это размеры данной аптечки. Они составляют высота 130 мм, ширина 105 мм и толщина 25 мм. Соответственно, по толщине тут дело в том, что данная аптечка может расширяться. То есть, в зависимости от того, как вы ее наполните. В моем же случае, набивая ее по максимуму, толщина аптечки получилась в плотно набитом состоянии порядка 50 мм. Далее, что касается материалов. Мы получаем основная ткань, это кордура 1000 ден, производство Южная Корея. Отличный, к слову, выбор. Я в своих изделиях использовал аналогично ее. Подкладочная ткань под названием Турист, соты. Резинка эластичная, производство Россия. Молния спиральная, Латвия. Пуллеры резиновые, очень цепкие. Наполнитель, что, собственно, влияет на форму и плотность изделия, это изолон 2 мм. Некоторые люди скажут, зачем нам эти подробности, а я вам скажу, так как и сам занимаюсь подобными изделиями, это очень важный момент, который, собственно, и влияет на долговечность и качество изделия. Из внешних же моментов, которые хотелось бы отметить, эта аптечка имеет вот такую стропу для зацепа, к примеру, карабина. Дальше переходим к внутрянке. Здесь все еще куда более интереснее. По итогу, аптечка раскладывается полностью на две части. На левой стороне мы можем видеть по центру резинки утяжки, которые можно использовать по своему усмотрению. Зажать там какие-либо бинты, пластыри или какие-то крупногабаритные медикаменты. Также под резинками расположился вот такой сетчатый органайзер на молнии, который можно использовать в качестве места для хранения таблеток, пластыря и другой мелочевки. При этом он съемный, и при необходимости вы можете вытащить его и взять с собой, если вам понадобится, так скажем, минималистичный набор. Плюс к этому перекрестная резинка зафиксирована на вот таких двух резиновых хлястиках, которые можно использовать также для размещения в них по бокам различных медикаментов, ампул, тюбиков с зеленкой, йодом или фукарцином, к примеру. Следующая, вторая сторона аптечки. Здесь расположилась классическая система отсеков на утяжках из эластичной ленты. По краям два широких отсека, а по центру четыре отсека меньшего размера. Для размещения там ампул или опять же того, что вы там приспособите. Достаточно плотно и выпадать оттуда ничего не будет. По центру у нас логотип компании с QR-кодом. Все, по сути, здесь больше ничего нет. Один здравый минимализм, куда вмещается все самое необходимое. Далее давайте покажу вам, как я ее наполнил для оценки вместимости данной аптечки. Итак, друзья, по наполнению. Набил я ее достаточно плотно. Но это все для видео. На самом деле так я не хожу, но для наглядности. То есть я разместил здесь 4, так скажем, тюбика с перекисью водорода. Столько, в принципе, с собой не надо, то есть их можно заменить на что-то другое. А также есть размеры намного компактнее, ну, я встречал, по крайней мере. Здесь достаточно крупные тюбики, вот можете сами посмотреть. Они занимают достаточно много места. Вот. То есть если найти что-то поминиатюрнее, это будет намного аккуратнее смотреться. Так, получается, у нас здесь вместилось 4 тюбика с перекисью водорода. В вашем случае это может быть хлоргексидин, зеленка, там йод или еще что-то. Здесь палочки, пропитанные йодом. Ну, точнее, содержат йод. Мы надламываем, она пропитывается йодом. Можно что-то мазать, дезинфицировать, так говорится, так. Таблетки. Следующая сторона. Еще таблетки. Здесь под резинкой, утяжкой у меня пластыри,
количестве 5 штук. Здесь пластырь широкий, большой, 7х5. Ну, я его так покомпактнее сделал. Спиртовые салфетки. И вот самое интересное, это органайзер. Вот такой вот маленький. На молнии. Здесь у меня таблетки россыпью. Ну, чтобы вот вы видели для понимания. То есть так они будут болтаться по всей течке, валяться непонятно где. Здесь все россыпью. Никуда не денется. Открыли, нашли, что нужно. Достали. Также плюс, если вам, например, ну, не нужна полностью аптечка, вот она осталась у вас в рюкзаке, а самое необходимое вы сложили в этот органайзер. То есть аптечку вы с собой не берете, просто вытаскиваете органайзер, берете его с собой. Ну, допустим, вам надо бежать куда-то ненадолго, но на всякий случай лучше взять. Оставили нашу аптечку, взяли с собой органайзер. Все. Сходили куда нужно. Обратно его приспособили. Все, он никуда не денется. Не выпадает. То есть все прекрасно. Вот такие вот дела, как говорится. Так, да, еще также можно что-то поместить вот сюда. Вот сюда. Соответственно, органайзер можно вытащить и просто использовать там для бинтов или еще чего угодно. То есть просто тут от вашей фантазии зависит. Можно прокладывать так что-то, например. То есть здесь у вас ампулы какие-то. Здесь вы еще что-то можете разместить вот таким образом. В общем, полет для фантазии. Также еще одно изделие данного бренда, о котором обещал рассказать в начале видео. Это вот такая ключница. К слову, одна из самых приятных мелочей в моем рюкзаке. Так как раньше я носил ключи просто на кольце в связке, и они цеплялись при их вытаскивании из рюкзака. Очень удобно и комфортно носить в ней ключи. К примеру, когда выбежал ненадолго из дома, кинул их в карман в данном чехле. Ничего не дребезжит, не цепляется, и это радует. Также тем самым мы поддерживаем стилистику EDC, что, собственно, отвечает требованиям ношения на каждый день. Расцветок данных ключниц множество, если не изменяет память, то их порядка 9. Сама ключница закрывается на молнию, внутри есть петля из стропы для крепления на нее связки ключей. Внизу у изделия есть петля из шнура паракорда для удобства открывания и закрывания, а также для того, чтобы его можно было повесить за что-либо. На одном из углов ключницы установлен люверс, можно использовать для крепления различных темляков, карабинов и так далее. В общем, на что фантазии хватит. По материалам это кордура 1000 ден, аналогично аптечке производства Южная Корея. Подкладочная ткань, турист, стропа и ТГФ. Молния спиральная, влагозащитная. Что сказать, слов нету, одни эмоции. Как вы знаете, опыт в данной теме я имею уже не маленький и с уверенностью могу сказать, что данные изделия достойного качества и самое главное функциональные. А самое приятное это ценник на данные изделия, который составляет на момент заказа за аптечку это ровно 1000 рублей, а за ключницу плюс-минус порядка 500 рублей. Как мне кажется, такое достойное качество это очень адекватный ценник. Единственное, на лицевой стороне аптечки сделал бы небольшую велкро-панель для различных патчей и так далее, но это уже лично мои заморочки. Но и это еще не все. На момент записи видео у меня появилась одна идея. Дело в том, что в группе ВКонтакте у производителя я увидел такой момент, что они могут делать индивидуальный пошив различных изделий. Кто в курсе про аптечки и кошельки моего производства, вот, к слову, моя аптечка, то вы знаете, что я ищу, где изготовить свои изделия, так как последний опыт был, мягко говоря, печальным. И тут, как волей судеб, собственно, данные ребята также изготавливают различные изделия на заказ по вашим техническим заданиям. Поэтому, думаю, мы с ними поработаем и сделаем что-то интересное. Плюс к этому пишите в комментариях, какие бы изделия, ну, EDC, то есть на каждый день, вам были бы интересные. То есть кошельки, аптечки, портмоне, ключницы, сумки поясные и так далее. А уже исходя из этого, будет понятна большая заинтересованность в тех или иных изделиях. Также дополнительно проведу опросы в группе ВКонтакте и Телеге. В общем, работы предстоит много, поэтому прошу о поддержке и активности с вашей стороны. Будем стараться
для вас. Хочу напомнить вам, что я создал новую группу ВКонтакте, а также Телеграм, поэтому рад буду увидеть вас там. Отмечу один момент, что все мои видео – это мое личное мнение и первое впечатление о тех или иных товарах, которыми я пользуюсь. Выражаю свое восхищение или недовольство ими и делюсь этим с вами, чтобы вы могли делать из этого какие-либо выводы. В общем, мои видео несут только ознакомительный и информационный характер, не более того. Чтобы у вас было представление о данных товарах и вы понимали, нужны ли они вам вообще. Друзья, понравилось видео? Тогда поддержи меня лайком и подпиской на канал. Ну обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Берегите себя и своих близких. Всем спасибо. Всем пока.